Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. И мы хотим показать дополнительный эпизод, доступный в специальном издании, который называется «Дальнейшие эксперименты». И это уже взрослая Джоди. Ладно, Холмс, приступим. Цель упражнения — проверить, на что ты и Айден способны в полевых условиях. Задача проста. Тебе нужно преодолеть полосу препятствий и найти выход. Включай мозги и держи себя в руках. В ДПА это испытание подготовили специально для вас с Айденом. Не разочаруй их. Я буду следить из зала управления. Удачи, рекрут Холмс. Чё это рекрут-то? Давай, Джоди. Покажи. Я вообще не пойму, к какому периоду жизни это относится. Что-то вообще вне сюжетное и вне реальности. 30 минут. Первое испытание. Давай, Эйден. Айден. То есть полоса препятствий будет. Ха-ха-ха. Прикольно. А дальше что? А, вот какой-то пульт. Дальше ладошкой. Руку приложить. Проползти, что ли? Возможно. Ну ладно. Ага. То есть Айден у нас видит в темноте. О, можно выломать, наверное, напрямик. А, лампочку зажигает. Давай-ка сделаем вот так. А, смотри, она гаснет или нет? Да, гаснет. И идти надо сразу, я думаю. Как минимум, пока не упрешься. Куда нам пройти-то вообще нужно? Ой, надо было с той стороны. Хотя пофигу, я думаю. Да, пофигу. Давай сделаем вот так. И направо даже, наверное, можно пройти немножко. Угу. Ага, обойти их к стенке. Может, ты вертишься так? Нормально. Ух ты! Лёва. Так, руки. Все три работают. Еще не работают. А, еще нет. Стоп. Что-то мы не то делаем. Давай так попробуем. Угу. То есть пока она тут держит, нам нужно вот здесь. Да. Угу. Так с каждой. И так будет с каждым. Центр. Чем-то напоминает эти всякие логические игрушки в стиле Portal и прочих подобных. Вот и все. Дальше побежали. Бегом. 26 минут. Время-то тикает в реальном. Не понял. Ахаха. А что не так? Айдена посмотри. Угу.
открыть нужно. Что-то гады. Головой, говорите, шевелить, да? Давай посмотрим для начала. Это у нас дверь открытая была. А что там на той стороне вообще? Не знаю. Я пока чекну, а там посмотрим. Лифт. Окей. Вот, что нужно сделать. Залезай. Оп. Дальше. Оп. На платформу, дальше включить лифт. Айдена подкинуть. Вперед. Что это? Ну, вот посмотри. Как-то... А, и сюда надо. Здесь там Джоди по лицу не попадет. Нет, нормально. Еще? Пока не пойму. Да, ну... А, черт. Я же отпустил кнопку, даже ничего не делая. Теперь, видимо, надо замагнитить. Давай, Джоди. Теперь... Айдол. Ой, как хитро. И что мы сделали? А вот теперь надо было кнопочку, наверное, на самой этой штуке пожать. Нет? Нету кнопочки-то. Там только этот. На стенке светится, который ты уже кликал. Пробить стену надо, я так понимаю, вообще. А, отпустить? Отпустить, отпустить. Слушай, да, просто Джоди отпустить. Нет, стоп. Вон там нажатие. Нет, нет, не все так просто, не все так просто. Я-то думаю, зачем оно так сделано? А, натянуть, понятно. Вот, а теперь... Джоди, отпускай. Бабах. Ага. Супер. Александр нас кайф ловит. Обожает такие штуки. Здесь закрыто. Лестницу сможем опустить? Без проблем, как говорится. Тимворк. Полнейший такой. Давай. Теперь встать, я так понимаю, на платформу. А это как-то косо встал. Это не я, это она. Ладно, ладно, нормально. Сойдет. Ух ты! Да вы шутите. И чего, куда, где? Понятно, что нам надо на лифт, да? Ну да, опустить его нужно. Так вот. Но он низко не опускается. Нам надо какую-то полосу препятствий себе. Все, я понял. Опоры делать нужно.
Здесь залезаем. Залезаем, говорю. Молодец. Теперь... Огурец. По этой штуке... А, нет. Там платформа, я вижу. Оп. А теперь туда, да? Угу. Джоди, держись. Сейчас с ветерком. Даже не колыхнулась. Да-да-да. Так, теперь лестницу подвигай. Слева, которая. Слева? Лестница? Слева. Вот. Не ее надо подвинуть? Да, наверное, ее. А она на руках перепрыгнет. Угу. Десять минут прошло. Оп. Вероятно. Высота-то не маленькая. Ага. Так, теперь поднимай. Айда. Нам нужно попасть туда, в центр. До этого нужно доехать туда, значит, нам нужно попасть сюда. Сюда нам попасть... Как? Давай смотреть. Ха. Ха-ха-ха. Платформа, может, эти вот поворачиваются как-то? Давай попробуем сначала вот это сделать. Ну да, что-то выдвигается даже не так немножко. Ой, не ожидал. Быстрей, быстрей, быстрей. Конечно, было бы ловче, если бы можно было одновременно двумя. Хоть немножко. А вообще было бы забавно, если бы сделали что-то подобное, чтобы можно было в кооперативе именно разными персонажами играть. Да. Одновременно. Именно. Ага. Открывайте. Поздравляю. Ого, уже почти 15 минут прошло. Ух ты! Я поражен, Джоди! Я тебя знаю, но это прошло на одном дыхании. Придется придумать что-нибудь посложнее. Молодец, Джоди. И ты, Айден, ты сам себя превзошел. Че, все что ли? Еще хочу. Мало, еще хочу. Ну, видимо, все, да. Вот такой вот бонус. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, оставайтесь с нами. Увидимся. Всем пока. Всем пока.